Застройка города будет под контролем депутатов. Соответствующие поправки были внесены на рассмотрение рабочей группы Комитета ЖКХ Саратовской областной думы. Проект подразумевает непосредственное участие муниципалитета в проектировании отдельно взятого микрорайона. То есть раньше за соблюдением нормативов градостроительного проектирования следила только исполнительная власть, а сейчас будет соответствующий региональный закон, который предусматривает мнение муниципалитетов по конкретному объекту и где он будет построен. Таким образом, по мнению депутатов, градостроительные изменения будут регулироваться на более высоком уровне, и ответственность за их нарушение значительно возрастет. Точная застройка была, например, в Саратове. Дома клепали, как хотели. Да? Например, строили массив, а забывали рядом школу или садик построить. Таких примеров было за 90-е, начало 2000-х годов много. Вот чтобы здесь больше было порядка в этих действиях, вот сейчас это все в закон области вносится, что должны быть четкие нормативы, которые утверждены, и по ним эта территория должна развиваться и жить.